Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лиза Полыгалова рассказала, что Никита Кузнецов уже переехал к ней на виллу. «Будем узнавать друг друга в роли соседей», – пишет Полыгалова. Саша Артемова и Женя Кузин были на веселом свидании. «Самое незабываемое свидание в моей жизни», – пишет Артемова, – «канатная дорога. Мне было так весело и так забавно, что совсем не хотелось уезжать». Сергей Захарьяш и Дима Лукин стали лучшими друзьями. «Меня смущало сначала, что Дима любил раньше выпить, однако я всегда видел в нем огромный потенциал и талант. На данный момент мы с Димой прошли уже много ситуаций, и наша дружба только крепчает». В соцсетях зрители смеются над внешностью Маши Кахно, но девушку это совсем не задевает. «За это я вас и люблю», – пишет она, – «кому как дано от природы». Саша Гозиас показала, как она увековечила Костю Иванова для очередного этапа конкурса «Свадьба на миллион». «Как вы думаете, у меня получилось?» – написала Гозиас. На поляне был очередной женский приход. Об этом рассказывает Майя Донцова. Девушка Александра пришла к Ване Барзикову и заявила, что у нее от него ребенок. Анна пришла к Захару. Очень интересно будет посмотреть на его поведение, ведь после расставания он неоднократно признавался мне в чувствах. Вика Комиссарова призналась в симпатии к Петру Шепелю. На поляне ребята отпраздновали заселение Маши Кахно и Димы Лукина. Лилия Читрару, недавно появившаяся на проекте, уже столкнулась с многочисленными негативными комментариями от своих подписчиков. «Чем я вам так насолила, что вы меня грязью поливаете? Внешность, губы, надо будет еще больше сделаю. Больше всего убивает то, что те курицы, которые пишут гадости, сами просто красотки от Бога. Я не поленилась, посмотрела у некоторых профиль. Зубы желтые, корни не прокрашенные, жирухи те еще. В чужом глазу соринку видите, а в своем бревна не замечаете». Антон Гусев продолжает писать трогательные посты, посвященные своей подруге. Он счастлив, что Вика Романец появилась в его жизни. Вот некоторые комментарии зрителей, показушники. «Не надоело еще назло Женьке строчить розовые сопли? Что-то Вика тебе в ответку не пишет оды». Не утихают и слухи о беременности Вики Романец. На недавнем видео поклонники разглядели даже у Вики небольшой животик. «Угомоните таланты», – ответила Вика на такие комментарии. Тата Абрамсон показала подписчикам свой маленький беременный животик. Ольга Бузова отметила день рождения, ей исполнился 31 год. Подруги устроили у Ольги приятный сюрприз. «Так выглядит счастье», – пишет Бузова. «Я в окружении самых близких подруг, которые месяц готовили втайне от меня такой сюрприз. А моя песня «Привыкаю» уже на первом месте. Благодаря вам и вашей любви». Ольга Ветер показала скриншот своего паспорта. Оказалось, что это ее настоящая фамилия. Также можно увидеть, что она 93-го года рождения, что ее подписчиков очень удивило, потому что выглядит она лет на 30. Алиана Устиненко ушла от Саши Габозова. Некоторое время Алиана не выходила на связь, ее телефон был разбит. Теперь она сняла новую квартиру. «Ну вот и все, в новую жизнь», – пишет Алиана. «Я продолжаю жить, радоваться, работать и воспитывать сынишку». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.